Всем добрый день, меня зовут Валерия, сегодняшнее видео по вашей просьбе. Поскольку на своем YouTube-канале я достаточно часто делаю разные видеообзоры более дешевых аптечных препаратов, которые являются прекрасной альтернативой, иногда даже полным аналогом более дорогостоящих аптечных препаратов, часто импортного производства. И, кстати, львиная доля этих видео посвящена такой проблеме, как варикоз, трофические язвы, боли, судороги, отеки в ногах. Так вот, очевидно, благодаря этим видео меня сегодня попросили рассказать, чем мы с вами можем заменить определенные таблетки, которые стоят приличных денег и на которых люди вынуждены сидеть не только неделями, а иногда даже месяцами. И речь сегодня пойдет про такие таблетки, как, ну, в частности, спросили, Трокс-Актив. Это те таблетки, которые люди вынуждены применять внутрь для укрепления сосудов изнутри. То есть, если мы с вами ранее говорили про всевозможные мази венотонизирующие, венозащитные, да, например, как траксирутин, траксивозин, я вам говорила их более дешевые аналоги, то сегодня речь идет именно про таблетки, которые людям точно так же назначают при варикозе, при геморрое, при хронической венозной недостаточности, при отеке, при судорогах в ногах, при трофических язвах на фоне варикоза или проблем с сосудами. Так вот, вот эти таблетки венотонизирующие, венозащитные, ну правильно будет сказать, сосудотонизирующие и сосудозащитные, люди действительно вынуждены параллельно очень часто применять вот тем самым мазям, о которых мы с вами говорили ранее. И меня попросили рассказать, чем можно заменить вот эти самые таблетки Трокс-Актив. Смотрите, на самом деле можно найти более дешевый аналог вот этих самых импортных таблеток. Прежде всего, должна сказать, что Трокс-Актив – это таблетки, которые состоят из двух видов флавоноидов. Это диасмин и гисперидин в соотношении 9 к 1. То есть на коробке написано дозировка 1000 мг, 30 капсул, а ценовая политика, я вам сейчас говорю именно в российских рублях, за упаковку больше, чем 1000 рублей. Так вот, можно найти фактически полный аналог по соотношению, да, и по количеству. Это отечественный препарат, который так и называется диасмин и гисперидин. Поэтому, если вы вынуждены долгое время употреблять таблетки, вы можете уже покупать не Трокс-Актив, да, а, например, диасмин и гисперидин отечественный, и вы уже экономите в два раза деньги. Но есть еще другие препараты, содержащие гисперидин и диасмин в разных дозировках. Это Эвинарус, и это Ангиорус. Я, может быть, не туда ударение ставлю, но, в общем-то, можно найти разные аналоги. Но меня попросили рассказать именно про то, чем можно натуральным заменить вот эти биофлавоноиды. Дело в том, что, смотрите, препарат-то у нас как бы аптечный, иногда его называют БАДом, но в нем есть натуральные компоненты. И вот именно интересует, где можно найти эти натуральные компоненты, тот же самый диасмин, гисперидин, то есть чтобы можно было заменить натуральными продуктами именно капсулы или таблетки. И вот здесь я вас вынуждена немножечко разочаровать. Дело в том, что в БАДах или в таблетках мы с вами употребляем определенное количество гисперидина, диасмина. И, к сожалению, четко сказать, сколько в цитрусе находится, допустим, сейчас этого биофлавоноида гисперидина, мы никак не можем. Сколько нам нужно съесть цитрусов для того, чтобы получить эту дозу, тоже никто вам не сможет сказать. И это первый момент. И второй момент, то что диасмин, это синтетически полученное, чаще всего синтетически полученное вещество, которое является разновидностью гисперидина. То есть вот если мы с вами смотрим на цитрусовые, именно они являются лидерами по содержанию гисперидина, то говорить про диасмин нам здесь не приходится. Поэтому мы с вами можем либо заменить более дешевым отечественным препаратом, но если все-таки речь идет про натуральные продукты, то лидеры, как я вам сказала, по содержанию гисперидина являются цитрусовые. И в любом случае, если у нас с вами есть проблема с сосудами, то цитрусовые нам, если нет на них аллергии, не навредят. Более того, я вам сейчас немножечко приоткрою еще несколько волшебных свойств гисперидина. Конечно, его прежде всего, вот если нам назначают таблетки, имеется в виду какое-то заболевание. Еще раз, варикоз, трофические язвы, хроническая венозная недостаточность, геморрой, отеки, судороги, тяжесть там в ногах. Но у гисперидина гораздо больше всевозможных эффектов. Помимо того, что он защищает
наши сосуды, тонизирует наши сосуды. Он является еще прекрасным спазмолитиком. Он обезболивает, например, головная боль, напряжение. Да, иногда можно принять таблеточку гисперидина, и боль уходит. Плюс вот этот спазмолитический эффект, он прекрасно воздействует на наши сосуды. И если мы с вами энное количество времени употребляем цитрусовый или гисперидин, мы с вами можем заметить, как у нас нормализуется артериальное давление. Это будет особенно полезно гипертоникам. Но и это еще не все. Гисперидин стимулирует наш иммунитет. Он является мощным антиоксидантом, борется с оксидативным стрессом, поэтому влияет на очень многие процессы в нашем организме. Это не только сосуды, это работа головного мозга, работа сердца, работа там печени, зрение. Ну, то есть оксидативный стресс бьет абсолютно по всем органам и системам. Поэтому гисперидин, как мощный антиоксидант, борется и за наше здоровье. Плюс гисперидин помогает понизить уровень сахара в крови. И сейчас даже ведутся исследования о том, что гисперидин помогает поддерживать нормальный уровень холестерина. Плюс он нормализует работу печени. Кстати, вот я еще забыла сказать, да, сосуды мы с вами про давление сказали, но еще гисперидин помогает нормализовать реологические свойства нашей крови, то есть ее текучесть. И если у нас, допустим, кровь густая, склонная к тромбозу, то и здесь гисперидин нам тоже может помочь. Плюс для женщин это вообще просто находка, потому что гисперидин является препаратом геропротектор, да, он борется со старением, с преждевременным старением, он сохраняет нашу молодость. Плюс он еще влияет на выработку коллагена, не только делая наши сосуды эластичными, но и поддерживая нашу кожу эластичной, молодой и красивой. И он еще нормализует уровень эстрогенов. Вот этот момент, да, еще раз смотрите, антиоксидант мощный, да, выработка коллагена, борется с преждевременным старением, плюс нормализует уровень эстрогенов. Это просто находка для женщин, особенно в состоянии пременопаузы и постменопаузы. Поэтому гисперидин важен, нужен, и я бы его советовала всем. Вот просто не тем, кто страдает, да, от проблем с сосудами, которые мы с вами озвучили, или когда у нас геморрой, или варикоз, там, или трофические язвы, но и еще просто для поддержания нашего здоровья в целом. Так вот, возвращаемся, где же взять наш гисперидин. Я вам сказала, что лидером является цитрусовый. Да не просто цитрусовый. Сейчас мы с вами поговорим про бесплатное лекарство от старости для наших сосудов, от боли в ногах, от судорогах в ногах и, в общем-то, прочее, и прочее, и прочее. Так вот, самое большое количество гисперидинов цитрусовых находится именно в кожуре. И кожура и является бесплатным лекарством и от старости, и для укрепления наших сосудов, и для борьбы с варикозом, и для борьбы с отеками, судорогами в наших ногах. И именно кожура цитрусовых может заменить нам вот эти самые дорогостоящие таблетки. И уже не первый год на своем YouTube-канале я делаю вам разные видео, в которых рассказываю, что не выбрасывайте, говорю вам, не выбрасывайте кожуру цитрусовых. Например, я вам делала отдельное видео, в котором говорила, что кожуру цитрусовых используют фармацевты для приготовления такого компонента, вещества, запатентованного как прокопил, который применяется от облысения, для стимуляции роста волос. И кожуру цитрусовых измельченную можно использовать и в виде масок для лица, и в том числе для стимуляции роста волос. В другом видео я вам говорила, что кожуру, например, лимона можно использовать для стимуляции иммунитета, поскольку в ней больше всего содержится не только гисперидина, но и витамина С и рутина. Но сегодня я вам говорю про кожуру цитрусовых с точки зрения именно содержания гисперидина. Так вот, еще раз, больше всего кожуры, которую мы с вами просто-напросто выбрасываем. А вы теперь, зная, насколько это полезное вещество, то есть и витамин С, и рутин, и гисперидин, можете употреблять кожуру цитрусовых еще и для того, чтобы поддержать свое здоровье, здоровье, молодость и красоту, и побороться с возрастом. Так вот, по некоторым данным, больше всего гисперидина в кожуре апельсинов. Но, еще раз напомню, в любом цитрусовом гисперидин в кожуре присутствует. Поэтому сейчас сезон цитрусовых. Если вы используете лимоны, мандарины, апельсины, еще там какие-то разные виды цитрусовых, кожуру не выбрасывайте. Предварительно, перед тем, как использовать фрукт, вы его тщательно вымываете. И потом, когда у вас остается кожура, вы ее можете использовать несколькими способами. Во-первых, вы ее можете высушить и просто-напросто употреблять порошок
из кожуры цитрусовых. Например, смотрите, 6 грамм кожуры мандарина содержит в себе витамина С, который покрывает 14% суточной дозы. Плюс здесь есть бета-каротин, который важен и для сосудов, и для молодости, и красоты. Ну и вот этот самый гисперидин. Но вот здесь я вам точно дозировку сказать не могу. Поэтому вы можете использовать сухой порошок. Вы можете мелко нарезать кожуру цитрусовых и ее, допустим, добавить к витаминным смесям, которые мы с вами делаем домашние. Это может быть орех, изюм, да, и тоже вот кушать вот такой витаминной смеси, а можете ее использовать самостоятельно, мелко порезать свежую кожуру, допустим, мандарина, лимона, апельсина, смешать с медом и в день съедать 1-2 чайные ложки. А можно, вот рекомендуется для того, чтобы получить приличную дозировку гисперидина, кожуру мелко нарезать и сделать отвар. Приблизительно вот такой вот. И выпивать вот этот отвар просто-напросто как витаминный напиток. Но смотрите, я бы вам не советовала злоупотреблять с тем же медом или добавлять сюда сахар, поскольку есть глюкоза, а глюкоза, в свою очередь, она, чем мы старше становимся, тем сильнее процессы гликации, да, когда белок склеивается с глюкозой, и это страшное явление для нашего коллагена, в том числе для коллагена сосудов. Поэтому можно делать вот такой напиток. Вот здесь буквально кожура одного небольшого мандарина, вот такого по размеру, мелко нарезана и залитая кипятком. Настаивается, потом в течение дня можно выпить вот это вот количество настоя. Но я, кстати, в следующем видео буду показывать, как этот же настой, опять-таки, не выбрасывайте кожуру мандарина, можно использовать для борьбы с куперозом, с темными кругами и с отеками. Поэтому видите, сколько применений и в плане косметического препарата, и в плане лечебного. То есть, еще раз повторю, порошок, который мы с вами сушим, снова-таки для масок, и то же самое внутрь. Хотите, с медом мелко режем, перетираем с медом, можно добавить еще какие-то другие сухофрукты, кушаем как витаминный препарат. Либо же делаем вот такие вот отвары, настой, которые мы с вами ежедневно можем употреблять. Пьется очень легко, получается цитрусовая вода с приятным ароматом. И вот так вот всю зиму мы с вами можем сидеть на кожуре цитрусовых, которую мы обычно с вами выбрасываем, и оказывая очень хорошую услугу своему здоровью, не только сосудам, но и иммунитету, и молодости, и красоте. А, кстати, забыла еще сказать, что гисперидин очень хорошо влияет на нашу печень. Вот, поэтому практически нет такого органа, для которого гисперидин бы не оказал свой положительный эффект. Поэтому вот такая вот для вас информация. Берите ее себе на вооружение, пользуйтесь и будьте здоровы!